Дорогие друзья, я благодарю, что вы выбрали это видео для просмотра. Рукодельницы, я надеюсь, что оно будет для вас очень полезным. Хочу сегодня провести мастер-класс вот по такому теневому узору для джемпера из японского журнала. Давно его присмотрела, он собрал очень много лайков ВКонтакте, и я решила зафиксировать его на своем канале. Узор очень простой, раппорт составляет 4 петли и 12 рядов. Образец я связала из пряжи. Зимняя премьера от Пехорки. Приступаю к мастер-классу. Все внимание на экран. Первый ряд мы будем провязывать лицевыми петлями. Снимаем кромочную и до конца ряда вяжем лицевыми. Во втором ряду мы начинаем обозначать наши клеточки. И провязываем первую петлю лицевой, далее 3 изнаночные. Лицевая и 3 петли изнаночными до конца ряда. Третий ряд лицевые петли. Четвертый провязываем как второй, снимаем кромочную, первая лицевая, далее 3 петли изнаночными, лицевая и 3 петли изнаночными. Пятый ряд мы продолжаем вязать лицевыми. Шестой ряд мы вяжем теперь сплошными лицевыми петлями. Мы провязали половину раппорта, у нас сформировалась вот эта вот переходная черта. И далее мы будем продолжать вязать точно так же, как вязали, только смещаем наш узор на 2 петли. При этом седьмой ряд мы провязываем также лицевыми. А уже в восьмом ряду мы производим наше смещение. Снимаем кромочную. Две петли провязываем изнаночными. Далее лицевая. Три петли провязываем изнаночными. И лицевая. И повторяем раппорт 3 изнаночные, 1 лицевая. Далее вяжем по аналогии с нашими первыми 6 рядами, при этом соблюдаем смещение в четных рядах. Еще раз показываю вам узор поближе. Абсолютно простое переплетение, относящееся к разряду теневых. Они сейчас очень актуальны. Берите на заметку, сохраняйте в своей копилке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также следующим днем появится ссылка на мой дзен-канал, где вы найдете печатную версию этого узора и сможете там рассмотреть данный джемпер поближе. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного настроения!